Значит, у нас такая получился семья. И работаем мы совместно уже лет более чем 30 лет, понимаете? И люди работают еженедельно. Вот это как в спорте видят только результат, когда люди выступают. А то, что они ходят постоянно, учатся, тренируются, занимаются, это никто не видит. Там еще вопросы всякие надо, национальные костюмы, все фольклорное, всякую музыку находить. Это целая куча у этих людей таких проблем. Они занимаются своей семьей, ходят на работу, еще находят время заниматься вот своими национальными вопросами, национальной культурой. Так что люди, они такие изумительные, значит. Прекрасные люди, значит, вот занимаются и стараются, не устают. Приятные люди, хорошо с ними совместно работать. И тоже, вот, видите ли, люди собираются для того, чтобы чем-то конкретно заниматься. Не то, что встретились и поссорились. Надо там неприятности говорить. Тут наоборот, все это как-то дружно и прекрасно делается. Труд не маленький, труд большой. Люди все же годами занимаются еженедельно. Некоторые пару раз в неделю. Так что можно завидовать такие приятные люди своими приятным образом жизни. Наше общество, значит, было создано в 1988 году. Называется она «Ассоциация национальных меньшинств Эстонии». Значит, там собрались активисты многих разных национальных групп. Там были и латыши, и шведы, эстонские шведы, я имею в виду, и финны, проживающие в Эстонии, литовцы, немцы, татары и много-много разных национальностей, которые люди эти были такие активисты, они как раз занимаются своей национальной культурой и на этой почве, значит, проводили разные мероприятия. Будь они, значит, там выставки, концерты или еще что-то такое. И при том, у нас есть традиция каждый год один раз проводить форум, где представители разных национальностей собираются вместе и обсуждают свои проблемы. В то же время проводится на Ратушной площади в Таллине ярмарка и концерт национальных меньшинств. Там разные фольклорные ансамбли и разные музыкальные выступления проводятся.
и проводится ярмарка, где ознакомливают национальное блюдо. Тут надо понять, это не бизнес-проект, не продажа, но более всего это мероприятие все совместно для того, чтобы ознакомить свою национальную культуру. Такое, значит, у нас цель у этих мероприятий. Ja meie tuleviku eesmärgiks praegu oleks soov, et meie organisatsiooniga ühineks liituks aina nooremaid ja nooremaid eri rahvustest inimesi, kes siis samuti tegeleks oma rahvuskultuuri säilitamise ja selle kultuuri erinevate ilmingute laiendamisega põhimõtteliselt, et nad saaksid tähendab koostöös vanema põlvkonnaga, saaks noorem põlvkond jätkata oma rahvuslikku tegevust, säilitades oma identiteeti. Nii et meie suur soov oleks otsida ja leida võimalusi organisatsiooni tegevusse kaasamiseks nooremat liikmeskonda, kes oleks nende asjade nagu siis edendamisega nagu tulevikus hõivatud, tähendab rohkem. Askin gelet ez ne top und das wird mir skivor na so in mir